Здравствуйте. В эфире информационная программа «Итоги недели». В студии Ирина Баракина и Алексей Романовский. Мы начинаем. Капитальный ремонт многоквартирных домов в Серпухове продолжается, а те, кто хотели сэкономить на приборах учета воды, стали платить в разы больше. Серпуховичи экономят не только тепловую энергию, но и свое личное время. Услуги Росреестра в электронном виде. Отопление в домах появилось, а вместе с ним и жалобы. Серпуховские городские кладбища прошли проверку. Об этих и других событиях смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Самым долгожданным событием для города стал капремонт многоквартирных домов. Городская программа выполнена. Капремонт ведется от центра и до самых до окраин. К тому же многие здания города впервые увидят к себе такое повышенное внимание. В каких домах жили серпуховичи до капитального ремонта и как здания будут выглядеть после, расскажет наш корреспондент Ася Климова. Людмила уже более 35 лет живет в четырехэтажке на улице Советской. Когда в последний раз дом ремонтировали, не помнит. По ее словам, сейчас подрядные организации не только делают свою основную работу, но и выполняют просьбы жильцов. В сентябре месяце расписали наш дом, который только-только отремонтировали буквально в августе. Мы, конечно, все очень сильно расстроились. Тогда мы решили обратиться к нашему главе Дмитрию Вячеславовичу с просьбой о том, чтобы нам помогли реально привести фасад в надлежащий вид. И мы не успели, как говорится, это заявление подать в многофункциональный центр. И буквально на этой же неделе еще даже не пришел ответ официальный. Нам все исправили. Капитальный ремонт многоквартирных домов этой осенью в самом разгаре. До конца этого года в Серпухове планируется реанимировать 91 дом. Эстетике уделяют особое внимание. Цвета, в которые будут окрашены фасады, выбираются не случайным образом. О том, какой тон подойдет вашему дому, решают в отделе архитектуры города. У нас есть линейка целая. Как правило, это выдержано в пастельных теплых тонах. Есть несколько домов, которые мы выбрали в холодном стиле. И, как правило, мы привязываемся к существующей ситуации и опираемся на тот цвет, который уже был. Он может быть просто как-то гармонизирован с окружающими домами, как-то более привязан. Архитектор смотрит у нас это решение. Но не фасадом единым. Программа включает в себя еще и замену кровли, лифтов и внутренних инженерных систем. Из общего фонда капремонта на это затрачено около 200 миллионов рублей. Сотрудник отдела муниципального жилконтроля Наталья Маринич уверяет, выделенные средства пошли на те дома, которые в этом больше всего нуждались. Очередность домов зависит от критериев по каждому дому. В эти критерии входят последний вид капитального ремонта, износ дома, значит, сколько дом оплачивает денег. Ну, то есть перечень критериев, и в зависимости от этого автоматически эти дома выходят в первую очередь, на которых надо делать ремонты. На сегодняшний день уже более половины запланированных объектов либо сданы, либо находятся на финальной стадии. По словам сотрудников администрации, все работы завершатся уже через несколько недель. Ася Климова, Даниил Белинов, Александр Поваляев, Влад Кулемякин, ОТВ Серпухов. К теме благоустройства комиссия Минпотребрынка на минувшей неделе проверила состояние серпуховских кладбищ. Ивановское кладбище. По содержанию воинских захоронений нареканий не было. За благоустройство комиссия поставила оценку «хорошо». Руководству кладбища хотелось бы лучше. Кирпичное основание, которое есть в перспективе, мы хотели бы его заменить на более, так скажем, достойные другие материалы. Это либо гранит. Но скажу так, что весной будет оштукатурен вот этот цоколь, а в перспективе, конечно, хотелось бы это сделать в граните. Уборка кладбищ производится здесь ежедневно. Бункеров для сбора мусора не хватает. Альтернатива – 8 контейнерных площадок. Учитывая то, что наше кладбище уже довольно-таки старое, и установить такое количество бункеров, это просто не представляется возможным. Дороги узкие, а значит, препятствия для проезда техники. Мусоросборочная машина развернуться не сможет. Из этой ситуации выход нашелся. Мы в следующем году запланировали обустройство дополнительных контейнерных площадок, и мы будем работать в этом плане. Посетители несут мусор к месту сбора, к контейнеру. Не кидают, где попало. А если забыли инвентарь, берут на прокат. На местах захоронений чистота и порядок. Ирина Баракина, Даниил Белинов, ОТВ Серпухов.
Напоминаем, что в Серпухове по-прежнему не решена проблема с установкой приборов учета воды. Теперь жильцы, не пожелавшие установить себе эти счетчики, по счетам за H2O получают аж в два раза больше. Авторы нового законопроекта напоминают, что цены на воду будут только увеличиваться. При этом многие жильцы счетчики на воду не торопятся устанавливать. А почему, разбирался и наш корреспондент. За годы работы представителем этого дома Вера Петровна уже сама без труда дает мастер-классы по вопросам ЖКХ. Установить общедомовой счетчик на воду – ее инициатива. Поначалу люди, говорит, не верили, что жить по расходам выгоднее. Теперь сами приходят за советом, как установить только уже индивидуальный прибор учета. Если я потребила 6 кубов, я за них заплатила. Если у меня течет сантехническое оборудование, я его не справляю, я заплачу гораздо больше. При разумном использовании я считаю, что это выгодно. Специалисты водоканала сегодня в роли ревизора. Вместе с ними спускаемся в сердце дома, подвал. Людмила Шибнева объясняет, что такие вылазки для нее не в диковинку. Хоть и водомер здесь был установлен еще 5 лет назад, но экспертная оценка неумолима. Видите, что водомерный узел в полном порядке. Устанавливается водомер на вводе. Вот находится ввод в здание. Вот и он устанавливается на воде, чтобы до водомерного узла не было никаких у нас больше разводок и никаких потребителей. То есть все исключить. Помимо труб, Людмила Витальевна хорошо разбирается и в людях. Общение с жителями – часть ее работы. Дом 57 на улице Подольской – головная боль для коммунальщиков. О том, что тут установлен общедомовой счетчик, жильцы только догадываются. А то, что он до сих пор нигде не учтен, знает только председатель. Связаться с ним не может никто. Председатель этого дома отказывается от сотрудничества с водоканалом. То есть неоднократно были предложения установить общедомовой прибор учета, призывали к сотрудничеству. Как оказалось, общедомовой прибор учета он установил, но водоканалу он этот общедомовой прибор учета не сдал. Жилищный кодекс, в частности, который призывает всех нас граждан обеспечить таким образом рациональное пользование. Поэтому мы все должны установить прибор учета. Были в свое время до 2012 года, кто-то там до 2016 года, в зависимости от того, какой вид потребителя у нас. Граждане должны были уже установить. За 3,5 года цена на счетчики выросла почти в 3 раза. Те, кто пытался сэкономить, проиграл. А ведь водомеры установить все равно придется. С этого лета коэффициенты на воду у уклонистов поползли вверх. В итоге в затруднительной ситуации оказались 1000 человек. Впрочем, в водоканале заверили, что пойдут навстречу каждому. И чтобы не оказаться по уши в долговой яме, действовать лучше уже сейчас. Андрей Иванов, Владислав Кулемякин, ОТВ, Серпухов. Между прочим, жители экономят не только свои денежные средства, но и личное время и нервы. Росреестр больше не напоминает большой очереди. Услуги Росреестра стали качественнее, а их предоставление оперативнее. Такое стало возможно благодаря внедрению инновационных технологий в систему обслуживания. В коридорах Серпуховского регионального управления Росреестра по Московской области немноголюдно. И это вовсе не от того, что услуга этого госоргана не востребована. Просто сейчас заказать нужные документы можно как очно явившись в отделение, так и через электронные терминалы по предоставлению информации. Еще одно новшество, позволяющее существенно сэкономить время – оформление и подача документов онлайн. Вы их можете заполнить, сидя дома на диване через портал Росреестра, либо там сидя в офисе, да, заполнить соответствующие разделы, оплатить госпошлину онлайн и регистрация в этом случае нотариальных. Нотариус документов нотариальных 1 день, регистрация обычная юрлиц и физлиц 5 рабочих дней. Управление Федеральной службы регистрации кадастра и картографии, по старинке в обиходе называемое БТИ, осуществляет регистрацию прав на недвижимость всех, кто за этим обращается. Это и представители органов местного самоуправления, юридические и физические лица. Для проведения операций купли, продажи, обмена сотрудники службы всегда подскажут, какие документы необходимо собрать для оформления.
После того, как будет пройдена госрегистрация прав на землю, ей присваивается индивидуальный номер. Его можно проверить как на публичной карте Росреестра, так заказать выписку из Единого государственного реестра прав по этому кадастровому номеру и посмотреть, да, наличие, отсутствие, опять же, тех же обременений, ограничений, арестов, зарегистрировано ли право на данный участок, какой площадью этого участка. Можно запросить в кадастровой палате выписку из государственного кадастра недвижимости, в котором будет указана граница, в котором будет указан, опять же, вид разрешенного использования, категория земли, потому что сами понимаете, что и от категории земли, и от вида разрешенного использования, ну да, либо для зависит работ, цена либо объекта. Конечно. И, а также, самое главное, целевое его использование. Вы не можете на землях промышленного производства, например, сажать картошку. Попытки человека приблизиться к заветной мечте о собственных квадратных метрах зачастую притупляют бдительность покупателя, особенно если продавец предлагает существенный дисконт. В погоне за выгодным предложением покупатель не обременяет себя лишними вопросами. Хотя бы элементарно поинтересоваться, почему в одной и той же местности цена сильно разнится. В результате на сегодня в России тысячи случаев, когда купленное жилье оказалось сюрпризом. Избежать такой неприятности можно, проверив частоту сделки в Росреестре. Алексей Романовский, Андрей Иванов, Владислав Кулемякин, Общественное телевидение Серпухова. Пожалуй, самой обсуждаемой новостью прошедшей недели стала подготовка города к отопительному сезону. Каким он будет этой зимой? Управляющие компании отчитались за подачу тепла, только жалобы на некачественную работу отопительной системы в управление ЖКХ поступают по-прежнему. По этому поводу представители администрации, управляющих компаний и общественности по инициативе Серпуховского отделения «Единая Россия» даже собрали круглый стол, чтобы обсудить все те же проблемы отопления. Отопительный сезон открыт, а вместе с ним вскрылись и старые проблемы. В управлении ЖКХ города посыпались жалобы о некачественной подаче тепла. Жалобы жителей, естественно, поступают, либо по определенному стыку нет отсутствия отопления, либо по каким-то определенным квартирам. На мой взгляд, взаимодействие с управляющей компанией и жителями не всегда проходит в тех рамках, которые они должны. Рамки отношений между жителями и управляющими компаниями домов просты и понятны. Жители своевременно платят, компании своевременно делают профилактический и текущий ремонт. Задолженность со стороны собственников тормозит рабочий процесс. Замкнутый круг завершают ресурсоснабжающие организации. Они, в свою очередь, несут убытки, не получая финансирования за свои услуги от управляющих компаний. В холодный период года теплосеть вынуждена идти на компромисс, но возникают трудноразрешимые конфликты. Третейский судья, который не только, так сказать, наказующий, предписывающий, контролирующий, но и дающий профессиональные советы, разрабатывающий профессиональные какие-то проекты, какие-то рекомендации, вот, его нет в городе. Третейским судьей пока является арбитражный суд. Хотя бесконечные судебные процессы по долгам не решают проблем. Участники круглого стола затронули целый ряд вопросов, от которых зависит бесперебойная подача тепла. Однако в некоторых моментах зона ответственности участников размыта. Представители Серпуховского отделения партии «Единая Россия» предложили участникам круглого стола выработать ряд предложений, с которыми необходимо выйти на законодательный уровень. Будет неплохо, если у нас здесь будут высказаны предложения изменения законодательства, которые мы потом могли проработать, и как партия, которая имеет законодательные инициативы, потом дальше как бы по всей цепочке, вплоть до Государственной Думы. Что касается взаимодействия жильцов с управляющими компаниями, то главная роль сегодня отводится старшим по дому. В рамках областной программы «Школа грамотного потребителя» в администрации города для них и для всех неравнодушных горожан проводятся обучающие семинары и конференции. Елена Киселева, Александр Поваляев, Ольга Волкова, Общественное телевидение Серпухов. А мы возвращаемся к проблеме счетчиков. Если с установкой приборов учета воды проблема не решена, то установка узла учета в тепловой энергии, наоборот, у горожан пользуется огромной популярностью. Причем экономия для потребителей весьма серьезная, до 40%. Серпуховичи подошли грамотно к решению данного вопроса. Председатель ЖСК «Химик-2» Елена Гутер торопится навстречу. Сегодня сотрудники теплосети приехали с плановым осмотром приборов учета многоквартирного дома. Установили его в августе 2015 года. Ну, вы знаете, пока мы выигрываем.
На сегодняшний день, согласно федерального закона, все дома должны быть оборудованы общедомовыми приборами учета. Кому обратиться за помощью в установке узла учета тепловой энергии, вопросов у жильцов дома даже не возникало. Организация должна работать быстро, качественно и недорого. Было проведено письменное голосование. И большинством была выбрана именно теплосеть Серпуховская. В 2011 году руководство теплосети провело мониторинг среди населения, какими услугами максимально пользуется наше население. И на тот момент самая актуальная услуга была – это установка квартирных счетчиков, водомеров так называемых. Вот. Мы начали работать в этом направлении, создался коммерческий отдел. Сегодня список коммерческих услуг, оказываемых теплосетью, значительно расширился. От установки квартирных счетчиков воды к проектированию и монтажу индивидуальных тепловых пунктов. В этой комнате мечты воплощаются в реальность. Проектируем мы в программе «АвтоКАД», 3D-моделирование у нас используется. Проконсультировать, сделать замеры, произвести расчеты, составить проект. Или просто дать совет. Тут работают высококвалифицированные специалисты, которые знают, как грамотно экономить тепловую энергию. Тепловая нагрузка учитывается, на основании этого подбирается диаметр трубопроводов и все оборудование, то есть расход воды, то есть там высота зданий, ну многое что есть, на что, ну как, что влияет на подбор оборудования нашего, ну и в том числе и объем помещения, то есть что-то можно покомпактнее сделать, где-то можно поставить уже посвободнее какое-то оборудование. Индивидуальный подход применяется не только в процессе проектирования узлов учета тепла и дальнейшего их монтажа, но и при других работах. Серпуховской теплосети – хороший автопарк спецтехники, которую можно арендовать на случай строительных работ. КАМАЗы, экскаваторы, погрузчики, краны. Техника регулярно обновляется. А еще тут производят все виды сварочных работ, слесарных, подготовку систем отопления к отопительному сезону, ремонт трубопроводов, установку радиаторов отопления и не только. Сегодня не нужно искать частников, чтобы сохранить в доме тепло без ущерба для кошелька, а достаточно обратиться к специалистам теплосети. И в заключение новости культуры. Творческая мастерская «Золотое сечение» сменила адрес, переехав с автозавода в центр города. Теперь арт-площадка располагается на улице Ворошилова в доме 57. Мастерская «Золотое сечение» переместилась с автозавода в центр города по адресу улица Ворошилова, дом 57. Творческому союзу Анастасии Волковой и Натальи Золотаревой исполнилось 6 лет. Их деятельность держится на творческом энтузиазме и понимании своих коллег по цеху – художников. Здесь мы хотели бы выставлять всех наших и не только молодых художников, тех, кто желает самореализоваться и у кого еще нет поддержки. В галерее на Ворошилова 57 смогут показать свое искусство художники всех жанров и направлений. Арт-площадка обещает быть сгустком молодой творческой энергетики, которой смогут зарядиться все желающие. Еженедельно здесь будут проводиться мастер-классы по рисунку, живописи, гончарному мастерству, арт-терапии и абстрактной живописи. Мы будем изучать историю абстрактной живописи, как бы заниматься шаг за шагом, постигать эту новую науку. В первой выставке «Золотого сечения» на Ворошилова 57 приняли участие 15 художников из областных городов. Открытие творческой мастерской и арт-хаусной площадки «Золотое сечение» в центре города получило самую высокую оценку. Я считаю, что это очень большое значение в жизни города, поднятие культурного общества вообще в целом, потому что все жалуются, говорят, что культурный уровень общества падает с каждым годом, а мы хотим доказать, что это не так, и талантливых людей очень много. Это не только возможность самореализации, но еще и возможность удовлетворить свои художественные амбиции, то есть получить связи какие-то новые. Вот, поучиться чему-то у своих коллег. «Золотое сечение» приглашает к творческому сотрудничеству всех желающих. Открытие галереи состоится в воскресенье 18 октября в 16 часов по адресу улица Ворошилова, дом 57. Елена Киселева, Андрей Иванов, Ольга Волкова, общественное телевидение «Серпухов». А мы подвели итоги недели. В студии была Ирина Баракина и Алексей Романовский. Не переключайтесь. Увидимся.